Работа архивиста важна и востребована. Далеко не все знают, как высока роль представителей этой профессии в нашей жизни. В обычной житейской практике мы зачастую сталкиваемся с необходимостью получить ту или иную информацию, касающуюся трудовой деятельности, недвижимости и других вопросов. Все это сохраняется в архивах, роль которых трудно переоценить. Лучшие представители архивного дела были приглашены на торжественный прием к главе Славянского района. Это образованные, начитанные, с большим жизненным опытом люди, владеющие информационными технологиями. Именно они сохраняют архивные документы, обеспечивая их использование. Роман Синеговский подчеркнул, что районные власти стараются улучшать материально-техническую базу архивного отдела. Вот строй его нового здания позволил организовать работу с учетом самых современных требований. Он сердечно поздравил всех собравшихся со столетием архивной службы Кубани. Поздравляю со столетием, нашей архивной службы. Значит, приятно, что на сегодняшний день, я считаю, вот наш основной архив, он преобразился, мы новое здание сегодня имеем. Есть службы, которые просто, тихо, правильно, грамотно выполняют свою работу. Я за это вам хочу сказать большое спасибо, всем вам пожелать крепкого здоровья, любви, радости, удачи. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко присоединился к поздравлениям. Он отметил такие качества архивистов, как преданность профессии, эрудированность и ответственность. Такой титанический труд, невидимый ваш, но он очень важен. Мы сталкиваемся с этим почти каждый день. Если куда-то мы оформляем любые документы, то ли на стройку, то ли мы оформляемся на пенсию и так далее, то потом мы все равно сталкиваемся с теми документами, которые должны быть. И куда мы идем? Конечно же, мы, если не нашли мы у себя на предприятии, мы идем в архив нашего района. Затем прозвучал подробный рассказ о каждой из приглашенных. Это действительно специалисты с большой буквы, серьезные и знающие люди. Усилиями нашей с вами службы подчас действительно малозаметной обеспечивается сохранность важных документально-исторических материалов. Проходят годы, а документальные памятники остаются единственными свидетелями нашей истории, истории нашего края. За многолетний добросовестный труд и успехи в обеспечении сохранности, комплектовании, учете и использовании архивных документов и в честь столетия архивной службы Кубани благодарственными письмами и памятными подарками были награждены все приглашенные на прием. Хочется от лица всех присутствующих поблагодарить главу за то, что наш труд отмечен, замечен и дана высокая оценка нашей работе. Спасибо большое также и Непалне. Без ее чуткого руководства наша работа не была бы столь плодотворной. Я занимаюсь комплектованием документации профсоюза работников образования и науки Славянского района. Естественно, это большой объем работы, в котором отражена вся деятельность профсоюзной организации. То есть все это важно, интересно. Мы стараемся, конечно же, помочь в первую очередь людям. Несмотря на то, что очень большая нагрузка ложится на плечи именно начальника общих отделов, так как они совмещают несколько должностей. Но архив является одним и первоочередным таким ответственным заданием для начальников общих отделов. Архивисты, сохраняя ценные документы, работают на будущее. В основе публикаций и книг об истории района и края, значимых событиях, становлении предприятий, политических и культурных вехах, замечательных людях чаще всего лежат именно сбереженные архивы. И от добросовестности и профессионализма архивных работников впрямую зависит, что останется в исторической памяти через много лет. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».